Цена только сегодня. Каждый день мы представляем вам один товар по исключительно низкой цене. Действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Специальное предложение только сегодняшнего дня. Испанский танец, который захочет станцевать каждая женщина, когда наденет шикарные туфельки. И вот так вот чечеточку можно спокойно отбивать. Во-первых, это легко, а во-вторых, каблучок точно не отвалится, правильно говорю? Абсолютно верно, ведь испанские танцовщицы фламенко знают, как выбрать для себя идеальные туфли, которые подарят комфорт, в которых можно протанцевать с утра до вечера, и которые, конечно же, еще и долго прослужат. Они Итак, удобные. Туфли испанский танец, да. Это же бренд-марка, это белорусское качество, которое известно нам уже несколько десятков лет. Угу. Исключительно премиальные материалы, натуральная кожа. Это немецкие технологии, но при этом адаптация и посадка в том числе на стопу восточноевропейского типа, то есть увеличенной полноты. Вот они, наши любимые, наши долгожданные туфельки «Испанский танец». Потрясающе, очень удобно, вы это поймете сразу же, как только их наденете. Но напомню, это хит продаж от бренда «Марка», но сегодня мы сделали для вас сюрприз. Еще два новых цвета, поэтому выбираем сейчас же для себя оттенок, чтобы потом без своего идеального цвета не остаться, потому что у нас уже сейчас очень много звонков. Итак, цвет. Мы видим сейчас бордовый цвет. Ага. Как раз-таки этот цвет у нас был и пользовался особенной популярностью. Есть у нас цвет синий, посмотри, лаковая рептилия. Кожа натуральная, с тиснением и еще и покрытая лаком. Это действительно, знаешь, такой кусочек блеска, кусочек гламура. Конечно же, у нас есть черный, это, пожалуй, знаешь, такой самый универсальный, самый классический цвет. И еще цвет новинка, еще одна новинка. Это цвет горького шоколада. Посмотри, действительно, невероятные переливы. Вот они. Здесь у нас есть и оттенки бронзы, и темно-темно-коричневые. Так, друзья, напомню, что туфли «Испанский танец» сегодня является самой выгодной покупкой на телеканале Шоп-н-Шоу. Сегодня мы с вами познакомимся с туфельками, о которых мечтает каждая женщина. Знаешь, Наташ, когда мы собираемся на какое-нибудь праздничное мероприятие, ладно, платье мы находим шикарное, а вот с туфлями всегда проблема. Если даже мы подбираем вроде бы так по размеру, ничего так, все равно через 2-3 часа ноги ноют, начинают говорить: слушай, отпусти меня, дорогая, сними с меня эти туфли, они меня так сильно сжимают, что я больше не могу. Вот есть такое ощущение у тебя? В таких туфельках его не будет никогда, потому что туфли «Испанский танец» сделаны из натуральной кожи. А как правильно подобрать размер, чтобы прям вот идеальное было ощущение? Выбираем четко размер, любуемся на натуральную кожу. Итак, бренд-марка использует в своих туфельках, в своей обуви исключительно натуральную кожу внешнего слоя. Она очень износостойкая, она с годами выглядит только лучше и лучше, может принять форму стопы. Ну и, конечно же, натуральная кожа вот с таким тиснением и с лаковым покрытием под крокодила у нас здесь. Это стиль голливудских звезд, стиль Здорово. Наших знаменитостей. И, конечно же, она всегда сообщает всем окружающим, что у обладательницы есть вкус. Здорово, то есть это натуральная кожа. Натуральная кожа от бренда «Марка». По идее, эти туфельки должны стоить целое состояние, да? Ну, 1010 не меньше. А у нас 3999 рублей. Это цена, которая действует только сегодня на телеканале Шоп-н-Шоу. Вы сегодня экономите 2000 рублей. Завтра либо вообще не останется ничего, ну, избранные какие-то минимальные размеры, либо цена будет гораздо выше, более 5000 рублей. Закажите «Испанский танец» именно сегодня и получите бесплатную доставку в любой регион России. Но, знаешь, когда мы выбираем для себя туфли именно для праздника, вот о чем я тебе говорю, да, вот когда отекает ножка, когда большая нагрузка на ножку идет, когда каблучок, да, не будет ли ноге дискомфортно в этих туфельках? Ну вот смотри, в туфельках «Испанский танец» мы получим действительно абсолютный комфорт с утра до вечера, как будто в домашних тапочках. Ведь почему конструкторы бренда «Марка», когда конструировали туфли «Испанский танец», вдохновились именно танцовщицами фламенко? Ведь им нужны туфли не только изящные, не только красивые, не только, конечно же, из натуральной кожи, но и туфли, в которых они смогут профессионально протанцевать целый день. И здесь у нас продумана 10-я полнота. Крайне редкая полнота вообще, в принципе, для обуви. Про обувь из натуральной кожи я вообще молчу. Итак, смотри, в чем она заключается. У Светы у нас косточка в районе ее ступни. Вальгусная деформация, с которой знакомы очень многие женщины. И вот так мы замеряем полноту. Берем сантиметр, кладем его на пол и замеряем ступню в самой широкой части. 25 сантиметров на 39-м размере. Uh-huh. Это 9,5 полнота. И смотри, как работает конструкция туфель «Испанский танец». Итак,
эластичная эко-кожа, которая принимает форму ступни. Ширина, вот не скажешь, что здесь скрыта десятая полнота. Она скрыла Светину косточку, и здесь дается достаточно простора для того, чтобы нога была и ощущала себя комфортно и свободно. И у нас еще есть вырез в районе подъема для обладательниц высокого подъема. Для тех женщин, у кого к вечеру ножка отекает, здесь будет ощущаться абсолютная свобода. Конструкторы бренда Марка продумали все вплоть до каждого сантиметра. Здорово. Вот это прям сейчас вот было показательно, да, шишечкой, и прям комфортно расположилась в туфельках. Такие гостеприимные туфельки у нас под названием «Испанский танец». Хочу сейчас обратиться к нашим телезрителям. Скажите мне, пожалуйста, у вас есть туфельки? Классические, лодочка, неважно, вот туфельки, которые вы, например, надеваете на праздник. Они сжимают вашу ножку. Вам целый день комфортно в них? Наверняка 90% ответили, да, мне некомфортно, я их на себе терплю. Чаще всего женщины терпят на себе похожие туфельки. Сегодня мы представляем вам туфли XXL. Те самые туфельки, которые созданы для полненькой ножки, для проблемной ножки. Ура! Наконец-таки весь праздник мы будем танцевать, а не сидеть, разувшись под столом. Ну, нет, сидеть мы будем за столом, а под столом разуемся. 3999 рублей, те самые туфельки, которые мы будем показывать всем. Они действительно комфортные. Не только показывать, мы будем в них действительно танцевать, потому что у нас здесь крайне комфортный каблук, мягкая колодка, как раз-таки разработана для наших долгих танцев. А какой вот бывает правильный и неправильный каблук? А давай тебе расскажу. Смотри, слева каблук-столбик, такой же, как в туфельках «Испанский танец». Справа каблук-шпилька неправильный, в котором у нас вся нагрузка уходит вперед на переднюю часть стопы. Что происходит с каблуком-столбиком? Нагрузка распределена равномерно между передней частью стопы и пяточной. Мало того, каблук у нас здесь абсолютно правильный, 6 сантиметров, широкий, устойчивый. И именно такую высоту обязательно рекомендуют нам ортопеды для того, чтобы мы снимали нагрузку с позвоночника. Стелька со спинным поролоном внутри, также из натуральной кожи, которая доставит комфорт. Здорово, друзья, выбирайте для себя кожаные туфельки, лакированные, но очень мягкие, из натуральной кожи, с увеличенной полнотой XXL, которые не будут ни в коем случае давить на вашу ножку, они будут любить вашу ножку, с бесплатной доставкой в любой регион Российской Федерации. Танцуем испанский танец вместе.